Здорово. Грюс сделал обсидиус. Как обсидиан, только не обсидиус. Ну, чай, за типа не выиграли. Сейчас выиграем. Пошли. Здорово. Чуть-чуть идти страшно. Чик есть? Где идти? Жив, ты что, жив? Да ты точно можешь это. Надо сходить за монеткой. Жив. Молодец. Монетка. Крутой странный. Добавил там такой длинный путь, типа, как нам? Ну туда вот, далеко, не эту стенку зачем-то поставил. Жизнь, Кристо. Ничего себе он съел. Все широко. Пиццу переел. Он опять закрылся? О! Ты показал, что дверь закрыла и сама. Вот. На, кушай. А, не, на Фоксе не посмотрели. Вот этот лук на зелень, это зимостойкий сорт. Он очень чем хорош, мне нравится. Очень сочный, нежный. Что на носе нельзя нажать? Ну, охранник может, а я нет. То есть мы его срезаем, он снова отрастает. Мы срезаем, он снова отрастает. Особенно те, кто занимается продажей лука, вот этот лук, пожалуй, очень даже любимый для продажи. Но есть маленький лук. Если мы его посеем в грядку, этот лук, мы его соберем, ну, в лучшем случае, это будет уже хороший лук, где-то в конце лета. А вот не раньше. Поэтому да, я предлагаю все-таки посеву именно рассады этого лука. Ой. Но лук... Какой мужик без лица? Это Слендермен. Слендермен. Он меня боится. Да блин, успел. Сейчас к вам отвернулся. Когда он отворачивается, надо быстро как ран. Но тянется не слишком быстро. Да блин! Свечи тут закончились. Минус 3%. Нормально вообще. Now would be a good time to hold your breath. Еще чуть-чуть. Что тут? Мало денег. Пойди еще раз. No. 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 Я понял. Все настолько есть. Значит, новый проект. Все эпическое. Все, за Фокси, он там что-то ты разносился. Понятно. Плохо. В кого садил? Пацаны, здорово. Я бегу. Пацаны. Вот, как они втроём стоят. Шреди какой-то пушистый как-то.
У меня кекс есть. В прошлый раз не было. Куда она кекс идет? Ты будешь на Z нажимать. Скрипит весь. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Стену. Что секретно это не ломает? Комната. Какой здесь? О, это же на которой я стою. Раз, два. Блин. Я выиграл. Бу. Еще раз попробуем. Кто охранник закрыл дверь? Блядь. О, монетка. О, она желтая. А, да, и все, я понял. Хоть вот это цветение в глаз. Монетка становится этого цвета, которое цветение. Какое есть цветение? У этого было розовое, у этого, у этой. Не помню. Это обычно. Какой нос больше? Тут монетка есть тут? Где монетка? Да монетку забрал. Что так светло? А, это же лампочка. Где камера? Нет камеры. Раз, два, жаль! Он единственный, кто убил сам. Уже 12-22. Вот это еще долго. Ой, 45. Офигеть! 45! Ой, это за Фредди еще. Он кто еще убьет? Так, привет. Во, у него такой все нормально, цвет, как человек. Он тоже сратается. Монетки. Что можем видеть, как все нормально цвет? Подержать. Бежали супер скорость. Да, это очень супер скорость. Хотя да, он где-то в два раза. Бой не скучно стал. Чуть тоже. Фрейд такой. Это моя голова. И это охранник. Все, убить охранника. Убить охранника. Запихнуть его в костюм. Дорогой. Как крюк. Все. Блин, со стаками. Посмотрел? Я смог. Походу. Посмотрел? Привет! А чё? Он не взял, что ли? Или когда он на камере? Так? А, точно, на камере когда. Здорово! Ее, получилось. Первый раз. Я думаю, что ты не ожидал меня появиться. Ты это сделал теперь? Очень переживаю. Отвержена баклажан и бутин. Все, я понял, как это работает. Монетки. А он-то не идет там. Что так? Давайте как посмотрим в камеру. Вздорил охранник.
Фокси стало плохо. Вот убой, видишь, такой розовый этот такой устройство. Присесть. О, охранник задает, стоп, подхожу. Вот там. Вариенс. Типа ему страшно что. Давайте еще раз. Страшно. Теперь Фокси более розовый. О, это какой-то котел какой-то. Какие мы большие. Что надо было представить себе со Фредди? Может, это пасхалка голову Фредди? Да что трясется? Так, тихо. Это сложно. Нет, 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 назад. Назад, того охранника. Блин, он видел. Он видел мой хвост. Бонни есть хвост? Я даже не знаю. О, Фредди есть хвост. Где есть хвост? Он не может обратно. Тут не знаю. Низкий. Охранник снулся. Фредди убьет. Но я хочу за Бонни убить. Ой, я же не с той стороны пошел, вот почему я проиграл. Что это было? Что не так? Ну, смотрит на камеру. Фу, не увидел. Слабо. Здорово! Блин, камеру убрал. Давай камеру. Смотри. Здорово. Бонни снова шел. Три. Это все из-за этого. Штраф. Минус 25 минут. Туда все убавится. Это изменение. Это чип. Это лекарственный реактор. Он будет все равно. Блин, я хотя бы стоит. Да, господи. Забыл. Тихо в туалет заеду. Ага. Тихо. Туалет. Пицца. Пицца. Ой. Пицца. Пицца. Точно, это же не настоящая пицца. Пойдем обратно. Туалет. Туалет. Ну, не про ноги вон там. Что-то же снизу. Вот он, Фредди, дай ему пиццу. Это хочется. Ты все клуб на Фредди закрыл? Кухню, чтобы никто не сходил. Просто плохо. Какие у тебя зубы крыть? Нет, они ржавые. Они родного цвета. Ты со стороны видел? Лосик, я хочу лосик. О, какая красивая. Ага. Камера активирует, здорово. Такая типа бу. Это шутеры. Ну ладно. За Фредди еще раз писать, точно пасхалка? Какие чисто сердечные.
наверное, спасибо тем, кто написал посылку, потому что все. Ты что послал? Или это просто так? Посмотрим. Ты же это пасхалка был. Офигеть. Первый раз зашел просто. Новую версию сразу пошел. Супер скорость за Фредди. Ой, нет, 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 нет. Залепился. Ну, как ты закрыл. Куча я понял, зачем Лилибе нужно. Да будь как быстрее, я говорю, пфа, рай, 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 рай. Ой, охранник смотрит на камеру. Ясно. Что у нас? Опа. Ой, хай. Здорово. Бля. О. I bet you didn't expect me to show up, did you now? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.